Здорово, кексики. Не ожидали? Да, это я. Что ж, какие у вас там есть ко мне вопросы? Пин Камина, на тебя напала толпа кексиков. Каковы твои действия? Но я же не смогу их всех съесть, правильно? Поэтому... оставлю на потом. Как ты относишься к Лил Мисс Рерити? О, Рерити, спасибо, что позвала меня на свидание и угостила кофем. Но ты чё, дура, что ли? Я не буду с тобой встречаться, поехавшая швабра. Сколько тебе лет? Всегда хотела узнать. Я давно выбросила документ, определяющий это, но говорят, что мне 24. Пинкамина, я думаю, что кьюти-марка с кексиками подходит Пинки Пай, но не тебе. Как насчет того, чтобы перекрасить ее или вырезать? У меня так-то кьюти-марка шарики, но в любом случае я бы ее для разнообразия сменила. Правда, надо придумать на какую. А что, если Пинкамина встретится с еще одной Пинкаминой? В мире должна быть только одна Пинкамина, и это будешь не ты. Хей, давай заглянем на фабрику Радуги. Го в гости к Радуге в фабрику. Стоп, эту фабрику не снесли? Если нет, то ура. Но как сказать? В общем, дело было так. Йоу, Дёрпи, ты посмотри, какой ужас. Фабрика не работает. А зачем она тут тогда вообще нужна? Пинкамина, а что если от тебя захотят избавиться вся Эквестрия? Я имею в виду, что каждый пони попытается тебе хоть как-то навредить. Что ты будешь делать? Это очень страшно. Мне получается, никто не будет доверять, поэтому кексики делать не смогу. Я тут скорее сама стану кексиком. Нет, лучше сбежать. Но куда? Хочешь сбежать? Го ко мне!